Здравствуйте, уважаемые подписчики и все, кто сейчас нас смотрит. Меня зовут Мария, и я от лица компании RES Property приветствую вас в солнечной Алании. Сегодня вас ждет знакомство с очень красивой и просторной виллой. Ну а чтобы не пропускать наши новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Эта вилла, без сомнения, достойна вашего внимания. Она расположена в районе Алании-Махмутлар, где в основном строятся многоэтажные здания. И выбор вилл не так уж и велик. Именно поэтому мы решили снять еще одну виллу в этом районе. Район Махмутлар так полюбился нашим соотечественникам своей близостью к Алании всего 14 километров, аэропорту Гази-Паша 35 километров, обширной развитой инфраструктурой, красивыми улочками с множеством кафе, ресторанов, овощных лавок и, конечно же, базаров. Ну и, конечно же, большой красивой набережной с песчаными пляжами, Средиземным морем и Таврскими горами. Эта вилла расположена менее 1 километра от центра города, что означает вашу спокойную и тихую жизнь. А если вы хотите добраться к городской суете, барам, ресторанам, другим развлечениям, вы можете это сделать даже пешком. Это двухэтажная вилла планировки 3+2, что означает наличие 3 спальных комнат, 2 гостиных, 3 туалетных комнат, 3 больших террас и также кладовой. На этой вилле есть 2 кухонные зоны. Одна на первом этаже, которая совмещена с гостиной зоной. Из нее также есть выход на террасу, где вы можете наслаждаться в холодные зимние дни все равно аланийским солнышком. На вторая кухня находится на втором этаже. Она маленькая, но также очень удобна для семьи. Были использованы материалы только высшего качества, что гарантирует надежность самого здания. Ну и хорошая новость в том, что вилла уже продается полностью укомплектована мебелью, бытовой техникой. И купив ее, вы можете начинать свой отдых незамедлительно и ни на что не отвлекаясь. Инфраструктура виллы включает в себя все самое необходимое. Личный бассейн, беседка для отдыха, место для барбекю, прогулочные дорожки, сад, открытая парковка, электрогенератор. За комплексом хорошо заботится смотритель и консьерж, ну а безопасность обеспечивает видеосистема наблюдения, которая работает 24 часа в сутки.
На этой вилле вас обязательно ждет комфорт, уют, свежесть морского бриза, неизгладимые новые впечатления. Не упустите шанс стать владельцем этой замечательной виллы. Ну а также больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте www.resproperty.ru. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.